Статус иностранного агента теперь официально является основанием для запрета занимать должности губернатора или депутатов Думы. Соответствующие изменения сегодня внесены в устав Югры на внеочередном заседании парламента автономного округа. Иноагенты также не могут быть доверенными лицами и уполномоченными представителями кандидатов, а еще наблюдателями на выборах. Это касается и людей, причастных к деятельности экстремистских или террористических организаций. В законе уточняются положения об избирательных фондах, работе членов участковых комиссий и средств массовой информации.